Приветствую вас на канале Мега Гигавольт. В этом видео распакую посылку из интернет-магазина Водозон. Здесь я заказал подводку для воды, гибкую подводку. Дело в том, что у нас в Белгороде нормальной гибкой подводки я не увидел в никаких магазинах. Также посмотрел в интернет-магазинах все инструменты, ну, такие более-менее сетевые, 220 вольт. То же самое, нормальных подводок я не увидел. Поэтому... Кто смотрит меня из сантехников, скажите, нормально ли я подводку заказал. Единственное, говорю, в этом магазине, интернет-магазине, я нашел для себя, как я считаю, качественную подводку для воды. Так, завернуто вот так вот все. Кстати, получал я в пункте выдачи СДЭК у нас в Белгороде на Губкина. Говорю не слишком громко, потому что уже 12 часов ночи почти. Так вот завернут, конечно, не слишком презентабельно. Это распаковка только, опять же таки, кто сразу намерен ждать от меня уже каких-то выводов, кроме, скажем так, первого взгляда на эту вещь, можете сразу это видео выключать. Так, смотрите, у нас есть чек. Значит, фирма у нас подводки. Код талии. Усиленная должна быть подводка 0,8 метра. И вот такая цена. Цены, конечно, сразу видите, да? Неплохой. Вот. Ну и с учетом доставки. Вот так все это мне вышло. Что мы имеем в этой подводке? Здесь должны быть усиленные гайки. Ну я сразу вижу, что здесь, да, минимум 3 мм. То есть они достаточно мощные. То есть смотрите сами. Как я уже насмотрел все видео про разную, там, скажем, сантехнику домашнюю, данные подводки, самые у них уязвимые места, это когда дается давление, подается, у них не выдерживают гайки, короче, прорывы бывают здесь, там, ну и по корпусу уже там, где, например, эта подводка сгибалась. Так, 80 сантиметров, честно говоря, что-то мне кажется, здесь не 80 сантиметров, надо сейчас взять... Так, 0,8 же здесь написано, да? Да, 0,8 метра. Так, ладно, сейчас я измерю длину. Измерю длину подводок. Штуцер рядышком прислоняю. И беру рулеточку. И вот таким образом измеряю длину. И смотрите, что я вижу. Длинный хвост, так называемый, 81 сантиметр. И получается короткий хвостик 75 сантиметров. Не знаю, правильно ли это или нет. Если вы сантехник, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, в принципе, такой длинный я брал с запасом, поэтому для меня это не критично. А в общем, как бы, получается разница 5 сантиметров именно на длину штуцера, который вот этот вот длинный. Так что такие дела. И по штуцерам, посмотрите сами, тоже достаточно толстые. Это у нас должна быть латунь никелированная. Так, здесь у нас написано Made in Italia. Вот, посмотрите сами. Ну, внушает, честно говоря, доверие, такая тяжеленькая. Опять же таки, здесь используется резина внутри труба. Потом это все армировано нержавеющей сталью, то есть вот этой плетеной нитью, и плюс еще таким вот ПВХ покрытием. То есть, опять же таки, ну, если так рассуждать, здесь только от времени данная подводка, скажем так, придет в негодность. Я думаю, давление, чтобы это все сбить, ну или опять же таки заводской брак, если он проявится. А так, в общем, мне очень это все нравится. Жду от вас комментариев, если вы сантехник, профессионал, как вы считаете. Напишите свое мнение, правильно я сделал, заплатил, в принципе, немалую сумму, еще раз покажу чек, плюс доставка до Белгорода, то есть за такую вот подводку. А сразу, кто напишет мне, что с телефона есть подводка из нержавейки, кучу видео посмотрел на ютубе, то же самое, нержавейка сельфонная дает по своему, именно по всей длине, где-то такие не течи даже, а вот такие вот, как вот фонтаны.
То есть, ну, это тоже для меня неприемлемо было. Поэтому решил все-таки к старинке вернуться, именно даже не PET, PEX подводку, которая сейчас модная, да, вот, а именно резиновую, но вот с таким вот армированием. Вот такие вот дела. Все, видео дальше не задерживаю. Кому видео понравилось, обязательно ставьте палец вверх. Обязательно ссылку на этот магазин прикреплю, потому что это не реклама, это заказано было за свой счет. Но, опять же таки, единственный магазин, где нашел такую вот по описанию качественную подводку для воды. Спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока.